Даже не верится. Я и не думал, что ты согласишься. Как по мне, здесь можно прекрасно работать, ни на что не отвлекаясь. Я уже несколько лет прихожу сюда писать. Это место нас вдохновляет. Мне бы тоже не помешало это ваше вдохновение. У меня творческий кризис. Скоро все изменится, будь уверен. Тут творится что-то странное, и я хочу знать, что именно. Ничто не затягивает так, как успех, и ты познал его вкус. Теперь ты не сможешь без него жить. Тут небезопасно. Господи! Создавать прекрасное очень вольно. Я пытаюсь сохранить семью в очень непростой для нас период. Американская история ужасов. Двойной сеанс.